Капитан, кларнет, саксофон, Владислав Кроль, контрабас, Олег Хлебенко, баян, и Вячеслав Овечкин, скрипка. Спасибо огромное за такой горячий прием. Спасибо, что большое общее сердце зала билось в унисон с сегодняшними песнями и с нами, академ-квинтетом и мной, Евгением Дятловым. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, чтобы наше прощание не было таким трагедийным и печальным, как в этой последней песне, давайте мы исполним еще одну песню из кинофильма «12 стульев». Песенку Остапа, которую блистательно исполнял Андрей Миронов. Чуть-чуть погромче мне в мониторе в голос. Вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, не уступаю, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть веселится ветер жестокий, туманишь детей яблочко попасть, почти не целясь. Открытый взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный блок. О, наслаждение, скользит по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Разбор грехов моих оставьте добры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, туманы жить. Тоже все непросто, и очень может быть, что от забот своих я посмею раньше остальных. О, я не плачу, нет, я не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, туман.